Налоговые органы проводят проверку по факту выплат зарплат в конвертах. Такие случаи, говорят специалисты, нередки, в том числе и в Гродно. Налоговая служба регулярно занимается пресечением схем по незаконной передаче денежных средств. За нарушение законодательства при выплате зарплаты без удержания подоходного налога предусмотрены административная и уголовная ответственность. Если налоговый орган установит, что деньги были выплачены незаконно, то подоходный налог взыскивается исключительно за счет средств организации или индивидуального предпринимателя. Налог с работника в этом случае не удерживается. Под зарплатой в конверте понимаются формы оплаты труда работников, операции, по которым не отражаются в регистрах бухгалтерского учета и не оформляются документально субъектами хозяйствования. То есть наниматель выплачивает работнику вознаграждение сверх суммы зарплаты, установленной организацией согласно штатному расписанию, без его документального оформления. В других случаях наниматель может принять на работу сотрудника по устной договоренности и выплачивает зарплату, минуя документальное подтверждение. В этом случае работник лишается социальных гарантий, предусмотренных трудовым законодательством. Более того, он рискует не получить зарплату вообще. Человек, работающий по устному договору, не может получить кредит на приобретение жилья, не имеет права на оплачиваемый больничный лист или декретный отпуск, а также не может претендовать на положенные выплаты при уходе на пенсию.